Итак, парни, всем привет, с вами Тимоха Домино. Сегодня я расскажу вам, как увеличить FPS в таких играх, как КРМП, таких играх, как World of Tanks, Crossfire, Stalker и так далее и тому подобное. В общем, увеличить производительность компьютера. Хотя нет, не так, не увеличить производительность компьютера, увеличить FPS. Ребят, запоминайте, на других компьютерах я не знаю как, в общем, на этой винде именно вот так вот, в общем, все, смотрите. Это можно обратно потом исправить. Заходим в пуск компьютера, правой кнопкой мыши нажимаем на мышку. Свойства. Нажимаем свойства. Здесь открывается вот такое вот окошечко. Открываем дополнительные параметры системы. Открываем и ждем. Вот вам открывается такое окошечко. Это мы уже можем закрыть. Здесь вот выбираем дополнительно. Но оно у вас должно сразу открыться. Вот здесь быстродействие. Параметры. Вот здесь, ребят, вручную практически убирать галочки и так далее и тому подобное будет неэффективно. Нажимаем, что нам лучше. Что нам нужно? Обеспечить наилучшее быстродействие, то есть увеличить FPS. Нажимаем на эту галочку и нажимаем кнопочку «Применить». У меня слабый ноутбук, но будем откровенными не слабый, а средний. В КРМП у меня увеличилось FPS примерно на 10. То есть было 20, стало 30. Если у вас 10, будет 20. Если у вас 1, будет 10 и так далее и тому подобное. Ну, в общем, вы поняли. Нажимаем «Ок». «Ок», смотрите, как вы видите, ухудшается почерк. Меняется панель немножечко, но вырастает конкретно FPS. Также у вас будет ВК хуже выглядеть, также у вас будет Twitter хуже выглядеть и так далее и тому подобное. Заходите в игру, играете, выходите, опять же нажимаем пуск, компьютер, свойства, дополнительные параметры системы. Здесь выбираем параметры. Восстановить значение по умолчанию. Нажимаем кнопочку применить. Пожалуйста, подождите, подождем. И все, все обратно восстанавливается. Да, нужно в течение некоторого времени подождать, перезагружать компьютер не обязательно. Опять нажимаем ОК здесь. Закрываем и все. Опять тот же почерк, стандартный ВК. Но опять уменьшается FPS на всех играх. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Тимоха Домино. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам помог этим видео. Также пишите комментарии, помогло или нет. И не забывайте посмотреть мои предыдущие видеоролики «Сталкер за Припятью в зоне отчуждения» и «Влог на крыше». Классные видосы, кстати. Подписывайтесь на канал. Всем мир, до скорых встреч, еще увидимся. Огромной удачи. Пока-пока.